Утро Ислама Албогачиева начинается со строительства своего будущего дома. Перед стартом он настраивает свой штатив и включает видеокамеру. Приветствие, определение задач на сегодняшний день и плавный переход к работе. Сегодня прокладывает электропроводку. Глухонемой без строительного образования, самоучка. Черпая знания в интернете, он делится в своем блоге опытом, дает рекомендации и лайфхаки. К тому же в социальных сетях Ислам рассказывает, как он развивается, невзирая на ограниченные возможности здоровья. Единственное, чем отличается его блог от остальных, то это подача. Он общается со своими зрителями на языке жестов. Впрочем, за его контентом могут следить все, так как он использует субтитры. В 12-летнем возрасте я учился на художника в Слепцовске. Там я увлекся черчением и планировкой. Так я занялся строительством, а чтобы глухие черпали информацию, для них я создал канал на Ютубе. Активно вести свой блог Ислам начал 7 месяцев назад. В сеть он выложил порядка 60 роликов. У него 130 тысяч просмотров. Сейчас на его канале около 2000 подписчиков. Благодаря этому блогеру юзеры могут наблюдать за каждым этапом строительства, начиная с фундамента. Он подробно рассказывает о видах материалов, сравнивает их, обозначает сильные и слабые стороны и какие использует для постройки своего семейного очага. Больше всего он гордится планировкой. Здесь слева у меня будет моя спальня и чуть дальше зал. Между ними мне осталось возвести перегородку. Чуть дальше тоже спальня, но уже для детей. Тут уже будет большой холл, а рядом с ним просторная кухня с видом из окна во двор. Часто в блоге Ислама можно встретить его друга Магомеда Имагожева, который тоже увлекается строительством и помогает с возведением дома нашему герою. Мне часто Ислам звонит по видеосвязи и просит совета по строительству. То, что я в силах объяснить, дистанционно объясняю, но чаще всего приезжаю и помогаю вживую. Сейчас его дом на этапе внутренних отделочных работ. Как заявляет сам Ислам, это его самая любимая стадия в строительстве. Здесь он полностью сможет воплотить все свои творческие идеи. Интерьер планирует сделать в стиле минимализм, с простой, точной и ясной композицией. Основные цвета – белый и серый. Материалы будут использоваться только обычных геометрических форм. После окончания строительства дома Ислам не планирует закрывать свой канал. Много чего еще осталось сделать по дому. Это штукатурка, отопление, кафель, обои. Я параллельно еще и зарабатываю строительством. После того, как закончу тут, буду выкладывать видео с работы. Ислам подрабатывает строителем. Деньги на возведение собственного дома нужны немалые. Люди, которые видят его контент, с удовольствием доверяют ему отделку в своих домах. У него даже есть своя проверенная бригада, где друзья и его брат. Основная хитрость, то есть хотим дешевле ждать, что правило житар, из хуже цена какая-то, какая-то дика, как что звали, не, у Ацингера языки анду, нам хайет у Ацингера язык, и цинг хотя со временем да умло, но то хотим я хочу пар, тогда да хочу уже вообще как хамен или хвост. Кроме того, Ислам Албогачиев изучает Коран и активно выступает на мероприятиях по чтению священной книги на языке жестов. В 2016 году он стал одним из победителей конкурса. Женат, воспитывает 3 дочерей и периодически занимается благотворительностью. Но об этом наш герой предпочитает не говорить. Тамара Хшагульгова, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24.